Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, завершающий матч субботнего дня «Галактикос» против «Капкана». С наступающим, я хочу сказать, вас праздниками. Итак, давайте... Что происходит? Итак, давайте про состав. Лукашко Олег на воротах, Лисовой Александр, Гапон, Виталий, Шемелинец, Иван Бондарчук, Олег, Полищук, Владислав Сторчук, Евгений, Строкань, Алексей. Несменная заявка команды, честно говоря, «Галактикос». Они вот так плотно одной обоймой идут. Составили команды «Капкан». Богдан Кирилл на воротах, Камлук, Олег, Олейник, Эдуард, Левицкий, Николай, Сластин, Андрей, Казмирук, Роман. Ну, я хотел бы, конечно, в свою очередь сказать, что... Честно говоря, у нас в составе «Капкана» в последнее время трудности, мало приезжают их на игры, и это влияет, конечно же, на мотивацию и уровень игры команды, потому что сейчас они выглядят как команда, которая как раз-таки в лиге должна играть где-то Е, наверное, да? В статистике же «Галактикоса» тоже были боевые матчи, но они их проигрывали, их чуть-чуть не хватало. Я думаю, команда чуть сбилась с такого, скажем, уверенного курса. Что тоже для ребят, я думаю, в принципе, обидно. Лисовой. Есть подбор за Александром. Левицкий. Отыграл назад. Камлук. Олейник Эдуард. Отыграл на Богдана Кирилла. Лукашек фиксирует, сбрасывает. Левицкий первый классно занял позицию, выиграл у Бондарчука. Левицкий. Камлук. Лукашка на Лисового. Камлук. Олейник открыт справа. Камлук далековато от себя отпускает мяч. Шемелинец. Бележинский. Как хорошо и грамотно Бележинский в данном случае пробивает, дорогие друзья. Лисовой, хороший дриблинг. Недели паузы. Я в группе дам огласку обязательно с понедельника. Олейник.
Шамиленец. Контролирует Галактикас, чуть на свою половину подзаманили. Капкановцев сейчас. Есть подбор, Олейник, Левицкий, Олейник. Спят в защите сейчас Галактикас. Честно говоря, это их не провал. Нужно было этим пользоваться команде Капкан. А вот и Сластин на помощь. Хорошая обработка мяча. Астракань играл правее на Бондарчука. Роман Казмирук подстраховывает. Богдан Кирилл, Левицкий, Олейник Эдуард, классно разбирается Эдуард, дальше на перекате, ой, красиво могло бы быть. Ну, там, конечно, мастерски накрутил. Эдик. Бележинский. Роман Казмирук. Молодец. Выиграл борьбу. Ну, такой удар, наверное, простоват выглядит все-таки. Богдан Кирилл. Левицкий. Хорошо, хорошо. Шамиленец. Бондарчук. Роман Казмирук. Лукашек. Владислав Полищук. Куда сбрасывал пятка, непонятно. Роман Казмирук. Левицкий, классно. Ай, камлок зарядил. Но на разминке-то нормально не прошел. Бен, а следующую неделю и последующие две еще после у нас не будет футбола. У нас три недели паузы по той причине, что следующая неделя корпоративная. Половина команд точно выпадала, и это проблема. Мы думаем только максимум сделать доигровки матчей на следующей неделе тех, кто не сыграл и не смог сегодня сыграть завтра переносных матчей. Да, длительная пауза, но тем не менее Игорь будет уже помогать нам. Я думаю, с первого тура января, второго круга, с восьмого тура января фактически будет первый тур. Богдан Кирилл отыграл на Левицкого, Левицкий переводит левее на Камлука. Камлук классно по пробке видит Олейника, Эдуард. Лисовой против него, снова Камлука, выскочить-то Роман забыл. Пускай там Владислав перекрыл эту зону возможную, ошибается здесь Шамиленец. Олейник Эдуард. Выждал пауз, нашел Рома. Рома вот так слегка небрежно, дорогие друзья, отдавал передачу в касание на Левицкого, который стал, скажем так, открытием капкана по стабильности и, наверное, по уровню игры. А вот Кирда Павел вывалился почему-то с состава. Я, честно говоря, не понимаю, с чем это связано. Надо будет спросить у Богдана Кирилла. Олейник. Лисовой.
Богдан Кирилл не первый раз выходит. Не первый раз. А как неприятно мяч отскочил. Вернее, приятно для команды «Галактикас». Мое мнение, долго целился на этот удар Владислав Полищук. Сластин! А Сластин забивает следачи Олейника Эдуарда. Олейник отдал эту голевую. 1-1 у нас. Ничья, дорогие друзья, пока что. 10 минут преодолели минимум. Как же быстро пропускает капкан. 11 номер забивает у нас сейчас. Нашел в строкане Алексей возможность. И тут же теперь уже досадный неприятный тайм-аут. Его аут, его команда, имеется в виду Левицкий, есть подбор за ним. Слабый пас отдает. Мне кажется, Роману Казмирку раньше нужно было растягивать ту зону во фланг, я имею в виду правый фланг, да, то есть если это вообще правильно объясняю. Левицкий. Богдан Кирилл, снова Левицкий. Роман Казмирук. Олейник Эдуард. Ой, близко было, близко. Николай Левицкий. Thank you.
Ткачук. Оплел руками Левицкого, после чего сам же и запутался, как это выбраться из под плена. Потолок у нас это аут, конечно же. Я напомню, 2-1 Галактикос выигрывает после быстрого забитого, вернее, после забитого с мяча капкана. Они быстро нашли возможность забить свою. 40 секунд ушло. Ставьте, дорогие друзья, 40 секунд было ничейного результата. Это почти ничто. Бондарчик. Ищет решение. Накрутил неплохо. Правда, двоих на себе собрал, когда два фланга открыты. Пошел через середину бурить, и именно прямо бурить. Роман Казмирук. Олейник Эдуард. Как-то так по-своему, стилистически сложно пробовал наносить удар Эдуард Олейник. Если в первом случае, когда он накрутил красиво, это было актуально, мне кажется, здесь это было просто лишнее. Но где же, если не здесь, пробовать играть красиво? Извиняется Богдан Кирилл, не специально этот вброс был. И забитый мяч реализовывает у нас, дорогие друзья, Камлук с передачи Олейника Эдуарда. У Олейника уже дубль по ассистам в этом матче. Два-два у нас на табло сейчас. Левицкий. Ошибается Бележинский на приеме. Дальше. Дальше больше. Должно быть. Завершение первого тайма примерно 3 минуты, как я понимаю. И 2-2. Будет ли победитель у нас в первой части? Бондарчук. Бондарчук. Нет, не поспевает за этой передачей Бележинский. Левицкий. Богдан.
Фемелинец. Такой пас на Бележинского. Последняя атака, я думаю, в первом тайме. Сейв у нас от Богдана. И тайм первый у нас окончен. 2-2. Пока что ничейный результат. 20 минут впереди. Еще будет футбола. Сегодня суббота. Звучал свисток, мы продолжаем дальше. Впереди 20 минут еще. Бележинский. Лисовой. Бележинский. Левицкий. Хорошо разбирается здесь Левицкий. Правда, без продолжения. Олейник Эдуард катил на Роман Казмирука. Хорош. Идет. Вот так. Так, Лев. Сторчус перевел на Бележинского. Такой молодец! Автогол, да? Лукашек, Лисовой. Хороший пас выдает Лисовой, просто прорезал здесь линию обороны команды «Капкан». Олейник Эдуард. И тоже прорезающая передача. Олейник Эдуард отдает классный пас. А Роман Казмирук, ой, как не кстати, вовремя забивает. Слева, слева, слева!
Ну и вы слышали, вратаря 3-3 у нас час. 3-3. Лисовой, Бондарчук, лисовой. Кирилл бросил на Сластина. Сластин. 3-3, я напомню, и где-то примерно 15 минут еще играть. Лежинский. Богдан Кирилл. Шемеленец, Левицкий, как отрабатывает, успевает встать, отыграть на Сластина. Снова Левицкий. Богдан Кирилл. Женский. Бондарчук. Есть забитый с передачи Бондарчука. О, Бележинского, вернее. Бондарчук реализовывает. Счет на табло сейчас. Лукашек, Бондарчук, Богдан Кирилл,
Хотел как лучше бросить на Камлука. Передача на самом деле не совсем удобная для качественной обработки. Сластин выигрывает борьбу. Олейник Эдуард. Лукашек. Богдан Кирилл. Дарчев. Олейник. Камелинец. Роман Казмирок. Олейник. Хороший удар Эдуарда Олейника. Не видел момент удара Лукашика. Не видел. Нежинский. Строкань. Бондарчук. Олейник. Роман Казмирок. Нужна ли заморозка будет Роману? Эдуард.
Ник Эдуард. Богдан Кирилл. Лукашек. Бондарчук. Олейник Эдуард подбирает мяч. Камлук раньше просил этот пас, хотел на исполнение Эдуард отдать, не получилось. Как отрабатывает у Лисового, а дальше просто теряет. Бондарчук. Судора схватила у Левицкого, ну здесь реально респект Весового. Кирилл сбрасывает. Лукашек. Ну и правда, здесь классно Полищук Владислав вцепился. Чебелинец. Олейник. А раньше удар просился, а не через переход на правую ногу. С такой, скажем, паузой, да, вот капкана. А вот будет для капкана. Напомню, 4-4, боевая ничья пока что. Все-таки отдает Олейник на Сластина. Сластин сохраняет мяч на Левицкого. Олейник Эдуард. Ну неужели будет 4-4? Не верю я в этот счет, честно говоря, дорогие друзья. Полищук. Как пробрался там? Упал. Камлук извиняется за то, что выключился из борьбы по каким-то причинам пока что непонятным. Шемелинец на Полищука. Снова Шемелинец. Олейник. Тайм-аут. У нас тайм-аут, друзья, недолго осталось играть. Сколько там примерно? 4,5 минуты. Вот такая ситуация. Поля.
Богдан. Олейник. Есть подбор. Сторчиус. Бележинский. Пластин. Все классно делал. Пас вялый был. У четвертого номера команды «Капкан», мне кажется, в этой ситуации. Горчук. Не было выхода мяча здесь. Богдан Кирилл. Мундарчук, Бележинский, Лисовой. Сохранил мяч Лисовой Александр, дает передачу на Бележинского. Опасно, слишком слабо просто получилось. Олейник. Лукашек. Мундарчук. Пластин, как хорошо отобрал мяч. Левицкий. Левицкий. Дорогие друзья, кто присоединился только что? 4-4. Сейчас счет. У нас боевая ничья пока что. И остается 2 минуты, насколько я понимаю, до финального свистка. Минута даже, дорогие друзья. Это совсем чуть-чуть. Камлук. Левицкий. Роман Казмирук. Камлук. Пластин. Но это не удар, дорогие друзья. И угловой зарабатывает капкан под занавес нашего матча. Ой, как опасно Бондарчук открыть сейчас. Света, Света, пауза. Красная карточка Богдану. 29 секунд. Да, мы паузу нажмем. Надо дать, сколько там сейчас времени? 29 секунд. Сейчас тут сколько? Сейчас 10. 10. 15 секунд надо дать. Не надо отправлять, просто мы считаем ручную 15. Ты что, красный? Да. Варта сюда. Никакой красной Бондарчуку не было, ладно. Мы можем варту? Да. Конечно. Просто кинул ему голову мяч. Как положено, как положено, с первого тура. Он свернул мячом, понятно. А за что вы дали ему карту? Вы знаете, за что вы дали ему карту? Сейчас, ребята, он посмотрит вар и потом вам скажет на все вопросы ответить. Скажите, за что вы дали? Имеет право судья сказать, за что. Да, после матча все скажет. Сейчас я отматываю. Так, есть, секунда, и теперь качество, и теперь скорость. Все. Держи, быстрее. Нельзя подходить, желтая карточка, кто подходит, ребят, чтобы знали. Да, красная. Не, никто не подходит, серьезно. Тут прокинул мяч. Вы потом сами посмотрите, всех просим не подходить. А? Не, я говорю, что подходить не разрешаем никому, это неправильно. Это же не базар, что все должны просматривать и обсудить. Две
Блин, ну красная, Богдан Кириллу, а вот что мы делаем с Бондарчуком, непонятно. Все по делу, да? Все. За толчок, я правильно понял? Он прижал его рукой и все, это 15 секунд. Нет, я про добавок, ребята. У нас же 15 секунд добавить надо. А не, она вручную считает. Ну, потому что мы не успели вовремя паузу. Правильно. Да, хорошо. По мониторе я тогда скажу 19. Все. Я тебе скажу, все. После свистка мы услышим и сделаем. Хорошо, хорошо, я скажу. Я скажу, когда нажать. Я засек. У них было поздно нажато. Полищук у нас забивает, дорогие друзья. Не пошло время, потому что 15 секунд было на дистанции. Света не успела нажать паузу. Я по камере засек это время. Кирилл, я засек это время. 15 секунд вы там разбирались, арбитр туда пошел. Да. Все равно этого времени бы хватило. Нет, мы играем грязное время. Кому будет интересно, подойдет ко мне, я объясню, почему я 15 секунд не нажимал play. Кирилл, 5 лет, ты знаешь, за чистую игру. Кончилось, все. Все, 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 так я добавлял то. Да, 4. Не, ну, честно, правильно.